Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем несколько интересных фактов о лысых кошках. Назовите самую необычную породу кошек из тех, которые вы знаете. Наверняка большинство ответивших сказали, что это сфинкс. Эти кошки уже давно возглавляют рейтинг экзотичности и сдавать позиции не собираются. Из-за особенностей кожи сфинксы мало чувствительны к различного рода инъекциям, легко переносят практически любые подкожные уколы во время лечения. В некоторых местах кожа сфинксов очень крепкая, и уколы через нее делать сложно, например, в холке, но за счет сильной общей подвижности кожи сделать укол в нужное место не составляет труда. До выведения специальной генетически модифицированной породы гипоаллергенных кошек сфинксы были единственные, кого могли держать дома люди с аллергией на кошачью шерсть. Однако возможна реакция на пот или слюну сфинксов, поэтому людям, страдающим аллергией, надо быть предусмотрительными и делать специальные тесты. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! На первый взгляд сфинкс кажется абсолютно голым, но это не так. Если вы его погладите, то обнаружите, что они покрыты тонким слоем пушистого пуха, а их шерсть напоминает замшу. Сфинкс потребляет в 2 или 2,5 раза больше пищи, чем другие породы кошек, потому что он должен генерировать и поддерживать тепло тела. Другие кошки используют мех, чтобы поддерживать температуру тела стабильной. Рекомендуется не увлекаться количеством потребляемой еды, так как это может привести к ожирению. Владельцы этих кошек в один голос говорят, что ни за что не променяют их на представителей других пород. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.